Так, практически 2 дня объявления на Авито. До сих пор его никто не снял. По просмотрам уже почти 10 тысяч. То есть, я думаю, к вечеру 10 тысяч перевалит. Уже 4 отзыва. То есть никому не отвечает. Один написал: походу мошенник, я пишу, давай приеду, читает и молчит. Ну, у кого-то хоть читает, а у кого-то не читает. Такие вот дела. Ну, как я и предполагал, по сладенькой цене пиздатый снегоуборщик стоить не может.